Окей, мы говорили, что три вещи, это значит, мир стоит, что это Тора, Авуда, В, Кесед. Кесед. Окей. Дереха Тора и Вшар, Ладан, Ма, Рацон Ашем. Через Тора, учение Тора, я могу знать, что от меня хочет Всевышний. Только через Тора. Который Бенхаз Гурвиц пишет в своей книге. Наверное, Миша Мишина, дама, ламала мимха, айн руа, воден шуамат, вахол маасеха басеха нифтавим. Знай тебе, что он хочет, кто находится наверху тебя под тобой. Знай, чего знает мне. Он видит, он слушает, все, что ты делаешь, сам выходишь ночью, все записываешь. Идешь спать, все пишешь. Что я сказал, что я слушал, что я делал сегодня, пошел в синагогу, не пошел в синагогу. Все свои деяния пишем. Вечером выходишь, сам пишешь, культурник и красивенько. Проблем нет, я понял. Лехора адам, ша дурот, митовим, вода кама малото водаю, ледорот чел ламала мимха, баавар хайтан ибнуа, кшайдан царих, духия вадур, айях нави, вухиях медамид. До нашей эры, раньше было много были пророки, которые нам давали постоянное наставление. Пророки, понимаете? Кто был? Шмуэль Нави, другие Нави, Софе, Хозе. Алейламу шедорода шауним айом бихинат айн руа. Наши предки, это как будто было тебя все видит. Тоже недавно. 40 лет тому назад, Ариза, видите, тебе он говорит, у тебя какие проблемы, ты какой человек, хороший или плохой, вчера ты кушал, наварил гуфти на гуфти, все он тебе говорил, лицо сразу, люди боялись, от него убежали, но сегодня, к сожалению, лахар микель цвоцка навуа в Исраэль, айум шаджвим бет бат кол, камо шем ви бегамара памам лабот, шарста бат кол вамра давар мусуям, Колейна Вихинат Озен Шамар. После, когда Нубуа уже, наши уже, эти не было уже пророков, выходил голос, просто мы не слушали его. Это называется Озен Шамар. Сегодня Вейну Айом Шейнану. Кому сегодня обратиться не знаем. Ни пророка, ни Авоз, ничего нету. התורה הקדושה היא בבחינת וכל מעשיך בספר נכתבים. ספר, קניגה, שט ודיין נפיסנס נפיסנס. כך היה רבי חיים מבלוזין, אומר, כיום הזה בזמן ההסתר, כל מעשיך בספר נכתבים לכל שאלה, צריך אדם למצוא פתרון בספר התורה, כי אין לנו שום דבר מלבד התורה הזאת. סיבודי תבואי עד לסקודה, ועוד. Сефар Тора, Эмиль Тора. Что ты хочешь узнать, там все написано говором. Все твои ответы. Что ты хочешь, как на работе быть, как кого обманут, как кого не обманут, как спать, как кушать. Все написано. Твой ответ. А на вода, что такое вода? Наше понятие. Понятие, а вода это? Равод. За рулем. 24 часа. Нелегкая работа. Чтобы деньги на дереве растут. Нелегкие, да? Я вчера, не дай бог, почти аварию сделал. Стоял на красный свет. Секунду я задремал. И пей. Мне страшно стало. Я могу уснуть, потому что мы мало спим, понимаете? Поэтому. Окей. Работа. זמן שמדרש היה קיים הייתה עבודה הקרבונות, אחד מהעמודים המזכים את העולם. ואברהם מקדם בא למדרש, כהן גדול בו, שם לי את האפורה וסמירס תל נצ'ו, פליסטי פרז'לטוני. חורבו. סיבון נטו. פשוט נטו, זה נחל של גריחוב, נטו בית המדרש. נשלמה פועלים שפותינו, פסום מערכי חוזיר, גברי, תוואי, גובי. Могут делать то, что ты делал курбанот. Однако, Кулумара, Ахмашарвина Варуулам,
и до тфилаш анпалеме лаву маком на греф парим. Сегодня человек, который три раза молится в день, три раза молится, он как будто делал, три раза сделал курбан. Курбан. Все, а зачем курбан делается? Зачем курбан делается? А? Чтобы искупать грехи. О, Моше Лем, да Моше Лем. Курбан приводит тот, кто сделал грехи. Кто не грех не сделал, курбан не надо принести. А, если так. Кто сегодня скажет, что я не грешный человек? Кто может сказать, что он еще не грешный человек? Поэтому молится три раза в день. Возможно, я грешил. Понимаете? Пам, бам, ахиша, и на магид. И мизрич, термиточер, бальшим то, вам рано. Шамати, шара, волсе, не флоут. Вани, волсе, бен. Анало, ара, баседер, лайк, тасими. Ала шухан, матай, вахамишим, или зуби. Одна женщина приходит большому рабаю. Я, говорит, знаю, я слышал, говорит, ты делаешь большие, говорит, деяния делаешь. У тебя сила есть. Пожалуйста, мне, я хочу сына. Он говорит, хорошо, им проблема. Им проблема. Возьми пакет, поставь 250 тысяч долларов, приходи ко мне. Я тебе гарантию, там тебе будет сын. Поливарей. У тебя сын будет плохо, да? Давай деньги. Амрай, ша, раби. Раби это много очень. У меня таких денег нету. Амара, раб. Зяйска, вейну, мухалит пашер. Хочешь этот дил? Я груш меньше не делаю. Хочешь держать сына? Принеси мне 250 тысяч золотых монет. Сколько? 250. 10 было? А? До этого 10 было? 10 Он говорит, сделал, говорит, нет, груш меньше не буду делать. Груш меньше не буду делать. Она говорит, хорошо. Смотрели с мужа. Говорит, что мы делаем? Что будем делать? Пошли по годой. Окей. И она пришла, раби говорит, мы еще, говорит, нашли 10 тысяч. Но это еще далеко от твоего, что просил. Он говорит, я вам говорил, пока 250 тысяч долларов не будет, я вам бараха не дам. Муж услышал это, рассердился. Он говорит, жене, Рива, оставь его. Оставь его. У нас такие деньги нету. Чего он должен молиться? Сам будем молиться. Раби говорит, вот сейчас ты понял, говорит. Вот сейчас ты понял, говорит. Сам молись. Ты когда сам молишься, значит, мои грехи очищаются. Тогда твое тфило принимается. Не надо давать деньги. Иногда вот так, идем рабай, мы на барахакуре, барахал зелты, барахал, сам ты ничего не молишься. Сынок не проходит. Если случайно, папа, мама умирает, он приходит в синагогу, ты не приходишь. Мы с ним находимся в синагоге. То когда хлохат дим ура, я приду в синагогу. Хлохат. Зачем ждать, чтобы папа, мама умер? Не дай Бог. Шма, зачем? Иди его дорога, тебе написано в синагогу. Приходи, учись, молись, все получишь. Все получишь. Но, к сожалению, Амара Магид, עכשיו יהיה לך בן. אני לא יכול לתת לך בן, אבל בעזרת התפילות שהיא תפלל, אפשר. יעתי בנימגודת סינה. נוטיש את בוש מליצה, תוויה מליטבה. דסתי הפלדי, ותהיה בוית סין. היום אנשים שכחו שיש תפילה. סיבודני לודי גרית זבילי. שיש תפילה יש. זבילי תפילה, מליצה. מליטבה.
ובמקום להתפלל על כל דבר הולכים לרבנים לבקש ברכה. שאתה מסמליצה, רבי, רבי ג'ון ברוט הנגב, אתה אומר לכל גורים, זה לא מזוהה. רבי ג'ון, אתה אומר לכל גורים, אתה לא רפואה של רבי שטוב נהיה, רבי שטוב נהיה פרנסה לתור, רבי ג'ון, אתה תוקע פעל הבאים בגים כשדה. איתוק, נטו. פאפה גבית נהלכו, יש לו כדה טיפו שמליצה. Я жду, когда ты мне признаешь, что твой папа. Я тебя жду, сыночек, я тебя жду. Мне они нужны, я знаю, где это. Напрямую. Я тебе хочу. Понимаете? Без посредника. А коли говорим, улхим на барабаним, на вакаш барахам, май им отвелот. Зачем чего ты рабай? Да, он хотел воды. Да, он делал плоды. Я могу сам должен делать. Сам, три раза в день, приди молитву, попроси его, все получишь. Ашей Бора Роце, Шебанави добро это. Всевышний хочет, чтобы его сын говорил, не его представитель. Папа хочет сына слушать, не соседку. Сына. Понимаете? Человек должен всегда молиться. Всегда. Я уже говорил вам, что ты хочешь в этом мире. Что ты хочешь. Всегда нужно молиться. Всегда нужно молиться. Левакеш ми Ашем барах изра. Всегда просили, я говорю, лам, помоги мне, помоги. Даже у тебя хорошо все сейчас. У тебя все есть. Молись. Чего? Помоги, чтобы не было хуже. И даже это твои молитвы остаются детям, правнукам. Сегодня мы получили все это хорошее в этом мире из-за наших предков, что молились. Сегодня мы все находимся в синагоге, шо гаримо, а булики, а були, бову, бову, моки. Они молились, ки бачовны верон, были тора боше. А мы чё? Только молимся давать деньги, 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 деньги. Сюда деньги, 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 без деньги, никуда? Никуда. Окей? מספרים שבאחד מבתי החולים הייתה מחלוקת קשה מאוד שבדרך כלל עבדו בה שלושה רופאים. לילה אחד היה מחוסן ברופאים. אדנו בליצה קשת תמירה, רבותלים, טרירה, טריסמנה. ואת הדין נכנסה לברצ'יים. לקחו רופא אחד ואמרו לו, אתה תהיה אחריי על מחלוקת זו. אדנו ברצ'ו גן יסודה, טיבוי סיבות נהייתו, קוצם אותו זה בוישתי, בוישתה. Ахрай, это отвечаешь ты. Да, лахдава леха, и такен шагол лайна явор башекет. Авал ин ли фета холе мсуя виторер, в холе шани издаг литпол, в насав леках ригам от микре аврум, а там лот стадир лава, в мацав казе алеха на арим, телефон лавакеш эзра, мияд издаг леха от. Ты один исправишься. Возможно, все ночь хорошо будет. Вдруг 20 ночи один закричал, другой закричал, третий там плачет. Ты сам не имеешь, сможешь это сделать. Подними телефон нам, и придем тебе помогать будем тебе. Врачи говорят. Хорошо. Лахен, каха, ира, ира. Утор, офер, азу, мима, мима, тэна, мата. Беймен, 2 часа, это стал кричать. Это стал кричать. Он только как крутил, бегал. Как крутил, бегал. ובסוף אחד החולה מת. בלעד רבו שבקרצה הדין עוזי ושוב. יבוא סודי לי שותי נפלא רבותה, רשלנות. והוא עמד לפני השופט וטען, זה היה למעלה מכוחותיי, לא הייתי מסוגל להתמודד עם זה, הוא גם תפרעו, כמו יעדים עם הגודס פרייביצה וזה, כך מייסוד איתי. אבל התובע טען, הרי הזהירו אותך מראש, אותי בג'י גברי לי, זה תהיה טרודה, פזבי ורצ'ו, פצ'ו אותי נתפזבנל. אמר הרב פינקוס, הצר, כאשר האדם יטען לפני הקדוש ברוך הוא, חיובת אותי במצוות, והגית בו יום ולילה, אסרת עלי לדבר לשון הרע,
Цвита утили шмор айнирим айнаи узнаем. Ло я холти ла амод базэм. Точно так же он говорит мы в этом мире сегодня. Говорим Рибуно шалом. Он нам говорит, сыночек, береги свои глаза, не смотри плохие вещи, не слушай плохие вещи, не нюхай плохие вещи, не говори плохие вещи, Рошара, не говори. Как я это могу там все это сделать? Отчуват елама, лоби каште езра. Почему ты не молился, Рибуно шалом? Помоги мне, чтобы я не слушал плохие вещи. Помоги мне, чтобы я не говорил плохие вещи. Нужно молиться, Эзра, просить Эзра Бурюлам. Ана, Ашем, Азорли. Айтомбе, Ашем, брат, тебе дал помощь. Зелая тебя тфиля. Молитва, это называется тфиля, когда ты молишься, там все есть. Фарнасоте, детей есть. Все ты хочешь там, все ты хочешь там, все есть. Все для себя ты просишь. Для себя, почему не просишь? Почему не прочь Эзра, кто не проходит синагогу? Алена да, Ашем Барах, у коли хол, ми нимца им Ашем Барах, эйн на шаэр, эйн на таэр, ма шу ехол асод на ману, авал царихим льет и то. Мы должны знать, Всевышний это наш Папа. Я должен его просить. Что ты хочешь просить, ты получишь с условием, когда ты находишься с ним находишься. Но если ты без него находишься, ничего не получишь. Ишнама саворим шек моше махуник шем нигмар амацбер вакшем махавер шейтен дахифа на махуник. Ваз амахуник мушеха линсов алавар бекухо отсмо. Как шекаше заака лакбалхо, шезухим лосият шамая, умрим ло, туда, лаха, ашем, они квар мистадир лавар. Он говорит, когда машина остановился, что ты делаешь? Просит друга, иди сюда, толкни мне его, чтобы он пошел. Он помог тебе, он пошел. Но человек, который не просит помощь, он не поедет. Он тоже такой же говорит. Мы иногда Всевышний говорим спасибо, потом его забываем. Что получили сегодня, завтра мне нужно. Шалом. Миша Хошев как то это не судит. Кто так думает, что уже получил. Он его толкнул, хай спасибо. И тот человек может остановиться еще раз. Он говорит, неправильно ты думаешь. Адам закук шеборо улам и тхово то кор рега. Всевышний тебе нужно каждую секунду, каждую минуту он должен толкать тебя, помогать. Ад матай, ад че мошия скину. Пока придет мошия. Раг лаборе улам ешит ковах, амишалам. Вумах зигеда улам. Только Всевышнему я учу, он держит мир. Мне что нужно делать? Только просить. Помогите мне, машина не едет. Помогите мне, машина стоит у меня. О, ты просишь, у тебя все пойдет. Поэтому Тора говорит, работай. Мир стоит на чем стоит? Тфилот. Каждый из нас мы должны только молиться. Бурно вам, мимо мне, Ребе Хананья. Ребе Хананья, Бенага Чомер. Ребе Хананья, Бенага Чомер.